Кофе я сегодня хочу крепкий, натуральный, со сливками, но без сахара. Как у всякой церковной женщины, утро у меня начинается с утренней молитвы. Просыпаюсь, умываюсь и к святым образам. Потом пешком иду на работу. Я живу в микрорайоне. 45 минут пешим ходом – это моя утренняя гимнастика. О, 8 марта на носу. Мне нужна новая кукла. Ну что, скоро придет муж, и я должна быть при полном параде. Немножко глазки. Угу. Так. И губки. Конечно же, губки. Секрет привычный, обычный для всех женщин – это очищение и увлажнение. А так, в принципе, я ничем особым не пользуюсь. Как бы известны все средства, ничего сверхъестественного. Ну есть у меня специальный лосьончик. Я его сама делаю из молока и свежих огурцов. Я каждое утро протираю им лицо. Это очень полезно. Прихожу вся румяная, мне не нужен макияж, мне не нужно никаких косметик, красок. Считаю, что то, что Богом дано, то оптимально для всякой женщины. Женское счастье, по-моему, на сегодняшний день никто не отменял. Что бы там ни случилось в жизни, оно необходимо. Оно заставляет жить дальше, идти вперед, не останавливаться. Мира на душе, радости, чтобы не было беспокойства никакого постороннего, чтобы вот светило солнце и было радостно на душе.